Куда поехать на отдых? С приходом отпусков этим вопросом задаются многие. Но похоже, что ответ знают в Грузии. Там говорят, что любят и ждут казахстанских туристов круглый год. Тем более, что курорты этой страны уже успели завоевать сердца наших соотечественников. Море, горы, водопады, заповедники и уникальные достопримечательности. Чтобы увидеть все собственными глазами, наш корреспондент Надежда Полинко отправилась в Батуми. Сюда приезжают гулять по круглогодично цветущему Батуми, нежиться на черноморских пляжах и вдыхать вечную красоту гор. В каждом уголке Грузии туристы могут найти для себя что-то особенное. Отдыхать здесь можно круглый год. Вот, к примеру, Аджари – автономная республика в составе Грузии. Один из красивейших и древнейших уголков страны. Здесь богатая природа, климат субтропический, зимы не бывает, лето жаркое. Сезон открывается в мае, но пик приходится на июль. Здесь есть все для любителей активного отдыха. В 2014 году у нас было прибавление туристов на 40%, а сейчас еще открывается прямой рейс из Астаны. Я думаю, их станет еще больше. Вообще туризм в Грузии развивается активно. Строятся новые отели, улучшается сервис. Гостей ждут всегда. И, кстати, здесь очень отзывчивая и доброжелательная полиция. Говорят, страна входит в десятку самых безопасных в мире. Здравствуйте. Вы не подскажете, пожалуйста, как нам к дельфинарию проехать, ближайшая дорога? Мы сейчас покажем, пойдите с нами. С вами можно, да, проехать? Да. Ага. Спасибо. Спасибо. Все большую популярность набирает так называемый сельский туризм. Забурбулкуадзе – крестьянин, живет в горах. Здесь же, на своей небольшой территории, выращивает овощи, фрукты и травы. Держит хозяйство. В свободное от работы время у себя дома принимает иностранных гостей. Если сюда приедут открытым, чистым, гордым сердцем, мы ждем их и угощать будем по-грузински. Угощение по-грузински – это всегда от души. О местном гостеприимстве и кухне ходят легенды. Главное на столе – это, конечно, хачапури. Блюдо, которое обязательно стоит попробовать. Но дегустировать кулинарные шедевры можно только в перерывах между экскурсиями. Туристы хотят найти для себя что-то новое. Я думаю, Аджария – это то, что можно для себя открыть и наслаждаться. Батуми у нас город маленький, поэтому расположено все близко. Вы с легкостью можете после шопинга через 15 минут оказаться в горной местности, отправиться на пикник, найти древнюю архитектуру, почувствовать дух села и спуститься обратно на море. По данным департамента туризма Аджарии, в прошлом году Грузию посетили около 30 тысяч казахстанцев. Завораживающие пейзажи, море, чистый горный воздух, архитектурные памятники и уникальные люди. Посмотрев на это однажды, в страну влюбляешься навсегда. Надежда Полинко, Тимур Есиноманов, 7 News, Батуми, Грузия.